Поздно уже, готовься мамой стать. Или не рада? Женщина смотрела на Наташу с сочувствием. Жалко было девчонку, только к себе не возьмешь, у самой есть кого кормить. Я не знаю, теперь уже не рада, призналась девушка. Лицо грустное, одной руке сумочка, другой за живот держится. Тетя Зина протянула в пакете огородной зелени, которую с дачи привезла. Она прямо тут, на маленьком стихийном рынке, во дворе торгует. «Не надо мне». «Надо, бери, когда дают. Уж чем могу?» Зинаида всунула в руки пакет. «Витамины тебе нужны». Давно Наташу заметила. Какой раз продаст, а когда и просто даст, хоть и сама нуждается. «Дитё родится, куда ты? На что жить будешь? Ни денег, ни прописки». «Не знаю, что-нибудь придумаю». Наташа отвечает монотонно, как будто уже все равно. «Да ничего ты не придумаешь, кроме как домой вернуться». «Нет, домой не поеду». «Ну есть же там кто-то». «Отец есть, только ему все равно. А мамы давно нет. У него там подружка, вместе прикладываются, а потом песни на всю деревню. Он раньше таким не был, отец-то, а маме не стало, изменился». «Ну, все равно же дом родной, там ведь родина твоя. Что бы ни случилось, силы надо на родине брать. А без сил никак нельзя, а значит и без родины». Зинаида продолжала говорить, а Наташа попрощалась и медленно пошла. «Ну, так ты подумай насчет того, что домой вернуться». Она тяжело вздохнула. «Храни тебя твой ангел». Год назад приехала поступать в медицинский. Вроде и аттестат неплохой, но видно знаний не хватило. Ей бы лучше с медучилища начать, она на институт замахнулась. Домой не вернулась. Устроилась в швейный подпольный цех работать. Только деньги не каждый месяц видела. Конец 90-х. Встретила парня. Смуглый, коренастый, веселый. «Со мной не пропадешь», – говорил Сергей, глядя на девушку карими глазами. «А где ты работаешь?» «Тебе лучше не знать. Жилье снимаю, тебя одеваю, а скоро еще лучше заживем». Она догадывалась, просила, даже умоляла. «Можно устроиться на работу и жить, как все люди». А он только смеялся и просил еще потерпеть немного. «Бизнес у меня такой, понимаешь? Накоплю, автосалон открою». «Ну, не совсем автосалон, но уже что-то солидное будет». Говорил, что любит, а ребенка не хотел. Рассвирепел, когда узнал. Потом и вовсе охладел, как будто и не было Наташи. Новые машины и новые девчонки. Он уже не заглядывал в коммуналку, квартиру себе снял. Наташа отдала за комнату последние деньги, а самой вот-вот рожать. И пусто стало на душе, не в радость предстоящее событие. Она успела оставить в холодильнике пакет с зеленью, скинула плащ, присела на диван и сразу поняла, что худо ей. Соседка вызвала скорую. Наташа вспомнила про сумку, которую собрала накануне, зная, что уже скоро рожать. Дверь скрипнула. Значит, скорая приехала. На сердце отлегло. Обернулась. В комнате стояли два рослых парня. «Она что ли?» «Она это, Серегина девка. А мы и не знали, что Серега постарался», – сказал один из них, увидев ее живот. «Должок за твоим мужем. Не рассчитался он с нами. Значит, на тебя долг переходит». «Какой долг? Вы что? И не муж он мне был». «Да ведь нет, Сережи, вы же знаете, 2 недели как нет». «Его нет, а ты есть. Говори, как расплачиваться будешь». «Вы же видите, в каком я положении». «А нам кучеряво, в каком ты положении. Сейчас график составим, когда и поскольку отдавать будешь». Они угрожающе направились к ней. Наташа почувствовала, что вот-вот потеряет сознание. Вдруг в коридоре послышались шаги, в дверь постучали и тут же вошли. Это была бригада скорой помощи. Следом вошла соседка. Наташа не помнит, как растворились эти двое. Смутно помнит, как ее увезли. Она была единственной в палате, кто равнодушно принял новость о рождении дочки. Ей хотелось просто встать и уйти. Принесли кормить. Наташа разглядывала ее и все думала, куда ей идти из роддома. Спасибо, девчонки с работы принесли комплект для новорожденной. Сами, между прочим, шили. И еще деньги передали. Наташа подумала, что будет чем за комнату рассчитаться, но вспомнила тех двоих, что наведывались несколько дней назад. Вещи из комнаты забирали вместе с соседкой. Одна боялась, вдруг снова придут.
Личных вещей было совсем мало. Оставила хозяйке долг за комнату и, подхватив завернутую в одеяло девочку, вышла на улицу. «Куда же ты, милая?» Тетя Зина попалась навстречу. «Куда ты с детем? Хоть скажи, кто?» «Девочка!» Наташа стояла бледная, худая. «Как назвала?» «Пока никак. Куда ты с ней?» «Не знаю». «Вот что, пошли ко мне, передохни, а потом мы тебе билет купим домой. И не качай головой, авось не выгонит, дом твой там. Говоришь, ночку на поезде? Так это недалеко, езжай. Оклемайся сама и ребенок пусть окрепнет. А лучше у меня несколько дней побудь, денег за это не возьму». Наташе стало горько и стыдно, что вынуждена у чужих людей остановиться. Через неделю она решилась поехать домой. Зинаида проводила на вокзал и все повторяла: «Храни тебя твой ангел». В поезде села на нижнюю полку, разделась, развязала одеялко. Крохотный комочек подал голос. Вошедшая статная женщина села напротив. «Что за невезение? То полка верхняя, то с ребенком попадаются. Всю ночь так будет кричать». «Она не кричит». Наташа подняла глаза на женщину. Яркая помада бросилась в глаза. Впервые после родов ей стало обидно за девочку. Она почувствовала несправедливость по отношению к ребенку. Девочка не кричала, она только слегка куксилась. Она вообще была спокойная. «Ну, значит, ночью будет кричать, не уснешь. Ты уж успокаивай сразу, чтобы мне уши не затыкать. Мне выспаться надо. Завтра у меня семинар, я на нем выступаю». Дама быстро достала спортивный костюм и стала переодеваться. Наташа пожалела, что согласилась на билет в купе. Подумала, что лучше бы в плацкарте. Всю ночь она не спала. Слышала, как дама вышла рано утром. Тоже стала собираться. Железнодорожная станция была в стороне от райцентра. Надо было еще на автобусе проехать до автовокзала, а потом уже на другом автобусе до родного села. После потери матери она отвыкла от понимания «родное». И только на душе было тоскливо от того, что хорошее уже не повторится. К огромному удивлению Наташи, отец встречал ее на остановке. Старый мотоцикл был сломан, поэтому пришел пешком. Достал из кармана телеграмму. «Докатились, что чужие люди просят встретить тебя», – буркнул он. «Хотел в район ехать, да не успел». Наташа увидела телеграмму от Зинаиды, которая узнала адрес и обещала как-нибудь дать весточку. Значит, это она накануне отправила. Я не просила телеграмму отправлять. Ладно уж, здравствуй, что ли. Суровое лицо отца немного просветлело. Кто там у тебя? Он кивнул на сверток. Девочка. Да уж, девочка. Сама как девчонка, а тут у нее девочка. В старину говорили, в Подоле принесла. Наташе совсем расхотелось идти домой. Но отец взял сумку, и она заметила, что никакого запаха перегара. Это немного успокоило. Она пошла за ним. Больше всего не хотелось видеть надоедливую Райку, от которой он приходил на веселе. Подходя к дому, отец остановился. «Ты вот что, предупредить хочу, не один я». Наташа вздрогнула. Казалось, ноги подкосились. Сразу пожалела, что приехала. «С женщиной я живу, да ты ее знаешь». В это время калитка открылась, и за ворота вышла невысокая, худощавая, но крепкая женщина. Наташа узнала в ней односельчанку Марию, которая давно жила одна. Жила одна и, похоже, не собиралась ни с кем сходиться. Такой выбор отца, а может, выбор Марии, смутил Наташу. «Здравствуй, Наташа. Хоть бы написала раньше, а то мы ничего не знаем». Она подошла, как ни в чем не бывало, и взяла сверток из рук растерявшейся девушки. Мария не суетилась, угождать не собиралась. Все было как-то просто, как будто ничего не случилось. Отец повесил куртку и кепку на вешалку, посмотрел на дочь. «Ну, дай хоть посмотрю, внучка все же. Назвала как?» «Еще никак». «Так она же кроха совсем», – ахнула Мария. Наташа прошла в свою маленькую комнату, заметив, что все осталось как прежде. От этого стало теплее на душе, все же свой уголок. Подумала, что отец начнет обмывать внучку, но Мария на стол поставила только обед, а потом налила компот. «Отец-то кто?» – спросил Виктор. «Нет отца». «Как это? Ты не знаешь, от кого родила?» «Знаю, просто нет его в живых. Да и раньше еще отказался от меня и от ребенка.
Марию всегда знали немногословной. Сына вырастила, радовалась, что он уехал в Ленинград работать. Она до сих пор называла Ленинградом, нравилось ей так. Устроился на стройку, потом техникум закончил. Сейчас уже квартира своя, внук растет. Виктор – ровесник ей. Женился он поздно. Да и Наташа была поздним ребенком. Жена долго родить не могла. На Марию никогда внимания не обращал. Все с Раисой общался. Все думали, так и сойдутся и будут гулять вместе. Но в конце лета случилось Виктору с Марией вместе по ягоду пойти. Была у Виктора такая слабость – собирать ягоду. Рае не надо, ей все равно. А вот у него душа рвется. Мария почти прицепилась с ним за компанию, потому как одна боялась, так что получился деловой союз. На усталость не жаловалась, не отставала, места ягодные знала. И как-то так дружненько у них получилось, что в следующий раз позвал он ее снова. Рая уже наступление субботы отметить собралась, но Виктор снова ушел с Марией. Интересно ему показалось с ней. Даже намекнул, что хоть каждый год готов ходить по ягоду вместе. «Ты знаешь, Виктор, я это дело не люблю. Мне пьющего не надо». «Так это я последнее время, а раньше, ты же помнишь, только по праздникам». «Ну, если хочешь как раньше, давай попробуем. Мне в хозяйстве мужик сгодится. Уж извини, что я прямо говорю, не обижайся. Тебе ведь тоже хозяйка нужна. Так что ты мне хозяин, а я тебе хозяйка». Так сошлись два, казалось, совсем чужих человека, не испытывающих ранее никакой симпатии. Наташа настороженно молчала, боясь радоваться тому, что хотя бы не Раиса сидит сейчас за столом. «Ну ты хоть имя придумай, а то как регистрировать будешь?» Отец говорил уже мягче. «Не знаю, почему-то не придумывается». «Да хоть в честь матери, Тамарой назови». Наташа пожала плечами. «Не знаю». «Да мало ли имен на свете. Сейчас Настя, Даша, Катя – все в моде. Хорошие имена», – подсказала Мария. Наташа задумалась, но ни одно имя не тронуло ее. На другой день пришла Валентина, двоюродная сестра отца. «А чего тут думать? У меня у подруги внучку Юлей назвали». «А что, хорошее имя. Молодежь нынче любит такие имена. А можно, как в старину – Аксиньей, Глафирой, Евдокией». «Не знаю, тетя Валя. Я посмотрю на нее, кажется, ничего не подходит». На самом деле, Наташа еще не привыкла к своему материнскому состоянию. Не могла привыкнуть, что уже мама. Да и воспоминания об отце девочки тревожили. Начало было хорошим, а потом одно разочарование. Ей и сейчас казалось, что будущее у нее беспросветное. Придется сидеть у отца на шее из-за ребенка. А не будь ее, свободна, как птица в полете. Прибежала одноклассница Света, порывалась взглянуть. «Так я тоже еще не видела», – хватилась Валентина. «Ой, нет, дайте ребенку хоть месяц, до месяца же нельзя», – подсказала Мария. Насоветовав еще дюжину имен, гости ушли. Мария как будто прочитала мысли Наташи. «Ну, с детем придется посидеть, это у всех такая обязанность. Да ты не бойся, знаешь, как интересно смотреть, как растет». «Погоди, через год она на тебя уже лепетать по-своему будет, ходить начнет». Наташа впервые улыбнулась. «Ну слушай, назови ты уже ребенка, дай имя». «Назову, тетя Маша, просто не знаю, с чего начать, все так безнадежно в жизни». Наташа замолчала, потом еще раз повторила. «Безнадежно». «Ой, кажется, знаю, как назвать». Она кинулась к девочке и взяла ее на руки. Впервые посмотрела ласково, улыбнулась. «Надежда, ты моя надежда, Надя». «Наденька, Надюшка», – продолжила Мария. «Слышь, отец», – сказала она вошедшему Виктору. «Имя есть, Надеждой назвали». «Ага, Надюха, значит, ну хорошо». Он стянул сапоги и задумался. «А отчество? Отчество какое?» И тут же ответил. «Ну а что, пусть Викторовна будет, раз другого нет». «Да все будет со временем», – сказала Мария. «Годы у нее молодые, все наладится. Может и добрый молодец появится у Наташи». Зинаиде, которая настояла, чтобы ехала домой, Наташа написала через месяц. Сообщила, как назвали дочку, благодарила, что домой помогла уехать. И в конце письма сообщила, что успевает и с ребенком сидеть, и к поступлению в медучилище готовится. «Тетя Зина, у меня все равно все получится.
У меня теперь Надя, надежда есть. Она мне такие силы дает. Я вот вам пишу и улыбаюсь. Подрастет, и мы к вам в гости приедем. Спасибо вам. Пусть хранит вас ангел».